Восточно-Казахстанской области отметили День языков. Это один из важнейших праздников для современного казахстанского общества, где в согласии проживает множество этносов. В Казахстане статус государственного имеет казахский язык, на нем же ведется все дело производства. Сейчас одной из актуальных задач является преподавание языка с помощью новейших методик. И в этом большую роль играют активисты этнокультурных объединений, домов дружбы, центров общественного согласия. Как отметил президент Казахстана Косым-Жомарт Токаев, язык – один из символов государства и важный фактор объединения народа. Ассамблея народа Казахстана как консолидирующий орган играет большую роль в построении межкультурного диалога этносов, проживающих на территории страны. Изучение языков – это одна из главных тенденций современного Казахстана. Как говорил первый президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев, изучение двух или трех языков приведет к тому, что наша молодежь, наше поколение будет конкурентоспособным на международной арене. Я абсолютно поддерживаю эти слова. И Дом дружбы, Центр общественного согласия активно работает в этом направлении. К примеру, в этом месяце у нас прошло уже две встречи изучения государственного языка по современным методам технологии изучения, называется МАМЛЕ. Это изучение государственного языка простым, адаптивным способом, понятным каждому человеку. Кроме того, активисты этнокультурных объединений проводят множество различных мероприятий для молодежи по популяризации изучения языков. Этноквизы, блиц-опросы, викторины, круглые столы. Но самым важным является то, что каждый желающий может изучить язык любого этноса из Восточно-Казахстанской области на языковых курсах, которые проводятся в Доме дружбы, Центре общественного согласия. Ирина Санникова, Намацепула, Алтай Акпарат.